думаю, горку нужно сохранять, но ее благородить. Знаю, что здесь отсюда приезжают сюда и Зеленого Луга даже. Не только детей, в принципе, и родители с удовольствием катаются. Надо нам такое чудо. Я живу в этом доме, у меня окна выходят прямо на эту горку. И здесь вот я вчера ложился спать, в час ночи еще катались дети. О чем это говорит? На самом деле это люди ищут место, где им отдохнуть. У Курасовщины построили уже горку. Да. Там когда-то построили, там тоже когда-то не было, по-моему. Да. Так вот, потрачены были средства, чтобы насыпать, например, горку. Почему здесь, если горка есть, почему здесь не благородится? И по большому счету, вот эти вопросы на сегодняшний день никто не задает. Но это ничего не будут делать, пока мы об этом им не скажем. Что нас это беспокоит, что... Местная власть совершенно не в курсе, что здесь люди отдыхают. И не чтобы это место благоустроить для людей, или если они здесь решили что-то построить, хотя бы спросить их мнение, что вы думаете, если мы здесь построим пожарное депо? Потом вспомните, если вдруг какая-то ЧП, не доедут они, у нас же здесь нету ничего. Я сам просто в МЧС работаю, я не их защищаю, не горку. Просто вот как есть, так есть, она нужна. Знаете, я пограничник, я тоже служил, я майор в запасе. Я просто хочу сказать, что здесь есть люди, с которыми можно поговорить. И хотя бы, узнаете, честно, вот то, что ставит заборы, это уже как, ну, это просто некрасиво по отношению к нам. Можно хотя бы просто было сказать, вынести на слушание, собрать народ, услышать, по крайней мере, посмотреть им в глаза и сказать, вы знаете, мы решили так, потому что... И вот как вы сейчас нам говорите, да, в спокойном тоне объяснить, что будет пожар, мы не успеем его потушить, мы не доедем. Но соль в чем? Соль в том, что они взяли и поставили заборы. А что было на стройку? Что я уже в 4 года занимаюсь проблемой сиротства. Здесь очень много социальных квартир. Квартир, в которых проживают ребята, выпустившиеся из детских домов. И проблема того, что дети не социализированы. Вот они проживают в этих квартирах и начинают создавать неудобства. Кому? Жителям этого района. А жители этого района начинают озлобляться на этих ребят. Вот. И так как я уже с этим работаю, мне эта проблема знакома не с позиции критики или просто статистики, а с позиции решения. Мне бы хотелось бы вот, по возможности вот этим ребятам помогать.